С самого начала боя Хабиб будет отступать. И в этот момент он будет дрожать. Как и всегда, заставить его отступать легче, чем кого-либо другого. Гейджи это поймет и будет наступать на него в низкой стойке. Стиль Гейджи это подобраться поближе и бить джебами из нырков. А голова Хабиба всегда высоко, ждет хорошего удара. И пока он так держит голову, его запросто можно нокаутировать. Да, у Гейджи хорошая борьба. Но хороший ли у него грэплинг? Я в этом сомневаюсь. Так что, если Хабибу удастся его уронить, то, я предполагаю, все может закончиться в первом раунде. Так что в этом бою для меня фаворит Хабиб. Но Гейджи может его вырубить. В эту субботу у Хабиба Нурмагомедова будет бой против Джастина Гейджи. Как думаешь, какой будет итог? Двойной нокаут. Я надеюсь, они друг друга вырубят. Подобного я не видел, наверное, лет 10. Пока я в этом дерьме. И за все время я видел только один момент, который в ММА стал мемом. Надеюсь, они войдут в историю как два дебила, которые друг друга нокаутировали. Переведено и озвучено командой TrueGym. Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски с UFC 254. Добра тебе и хорошего настроения!